Подходим к очередному мосту. Нормально, спокойно. Погода меняется на глазах, как обычно. Идем в порт Бергнесет на разгрузку. Вот такой вот красивый мост. Такая вот, ребят, погода в Норвегии. Зима еще в апреле. Видите, 69 градус. 10 минут северной широты. Естественно, плюсовой температуры пока ждать не стоит. Сильно большой. В следующий раз вернемся, наверное, через месяц. Уже будет нормально. Всем пока.